Что за отвратительный чай, Фердевс? Отвратительный? Тот же, что и всегда, Нурбей. Не такой, он не заварен как следует. Я сейчас же заварю новый. У меня нет времени ждать, пока новый заварится. Я новый сделаю, я сейчас, быстренько. Соедините меня, пожалуйста, с гаражом. Поставишь мою машину на парковку. Доброе утро, Фердевс. Как поживаешь? Спасибо вам, Керембей. Я-то хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Куда ты делся вчера вечером? Смотрю, куда ты пропал. Что это на тебя нашло вчера вечером? А что со мной было не так? Ну же, скажи. Не надо делать вид, что ты не понимаешь. Я правда не понимаю. Что я сделал? Что ты хочешь мне сказать, а? Говори прямо. Ну, раз ты просишь прямо... Керем, холдинг Биньяпе – это предприятие. И ты являешься одним из двух его руководителей. Ты не можешь, когда тебе вздумается и при всех, танцевать с женщиной, которая работает в компании. Откуда такое правило? Вчера вечером установил? Керем, мы обязаны успехами в бизнесе принципам, которые мы установили. Только не надо мне о принципах. Я, кстати, принципов никогда не нарушал. И кроме того, не тебе указывать мне, с кем и как себя вести. Я буду танцевать с кем захочу и где захочу. И разрешение твое мне для этого не нужно. Не болтай. Это ты не болтай. Керем. К чему ты это говоришь, Анур? Я что-то не понимаю. А что здесь непонятного? Что тебе нужно от Шахрезад? Ее сердце. Ты еще не понял?